Ну ты, конечно, социолог. У меня, кстати, ник такой же ебанутый почти, как у тебя у Лока. Охуенный ник, но я продал Лока, спасибо. Что напомнил, теперь расстраиваться тебе. Если можно, то сумон. Если можно. Локов нету в инсте, блядь. Локи, гамосеки. Дайте сумон. Идите в сраку, подлетаю. Ты сам ты гамосек. Вы пиздите очень, я за наушниками отошел, а то вы, ну, криво слышу вас. Слышишь, Рома? Отошел. Так, я тут, есть сумоны? Есть, есть, подожди пару минут, даже 5 секунд. Что, Дань? Я на сову зайду, то тут пало 7 осколков осталось. Зайди. Кепеньки в шкаф. А ты, может, на рогу зайдешь, Асад? Могу рогу. Да не, не надо, лучше с собой, 2 ханта есть, чё, зачем нам рог? Еще один стан. Так каждую волну причем. Заходи, рогай. Кем больше ДПС дашь? Давай вот так отталкиваться. Ну, любым классом больше тебя, да. Ну, значит, заходи, кем хочешь. Совой хочу. Тапки нужны. Ну, заходи, совой за тапкой. На лича зайдешь, рогай, и все. Кикайте кто-нибудь. Кикайте кто-нибудь. Дессер хочет, чтобы ты рог вытащил. Хотя он магом, я не знаю, рога дает баф какой-то маг. Давайте я только на тухлом зайду. Тебе КД, если не жалко, давай. Вообще не жалко. Сука, я должен был работать, а я... Ты правильно работаешь, вот вроде же рейдер. Когда вы уже у меня купите персов? За 100 рублей всех возьму. Каждого по 100. Я продаю фуловейшего шамана вообще во всех спеках. ПВП А8, там все есть, плечи. Нету только талисмана. Продаю за 700 рублей символические. Просто это вы пиво один раз попили, пошли с пацанами в падике, вот 700 рублей. А волонер у твоего шамана есть? Да волонир для пидоров, у него хосты меньше, чем у нормальной шмотки. У волонира нету талисмана. И нету Т2 пухи ПВПшные, а все остальное. У него есть маунт, которого нет ни у кого на сервере. Какой именно? Белый тигр такой, белейший вообще, он, по-моему, даже не донатит сейчас. Зимних ключей который? Не, зимних ключей же его вроде сделать можно, а там какой-то ледопард у меня ледовый. У ледопард. Ну, по-моему, в зимних ключах он чуть-чуть другой. Ну, хуй знает. Сука, весь Огри оббегал, нету сумона, мужики. Сумона тут что все. Камень откадешился, портуюсь в Долоран, сейчас прилечусь. О, пришел сумон, красава. Так, по бафам. Я каски, холипал кресты, а просвещенный, потому что я его вижу, кулаки. 4 ауры, пожалуйста, сделайте. Кто мейн, кто ухта? Кто это спросил? Там. Блин, ну, у нас когда-то был мейн кто-то, кроме ДК, ну, в смысле... В смысле, когда... ник мне скажи просто, и все. Войд Кнухт. Кнайт. Там он злобный. Рыцарь. Все, понял. Славе, покидаешь из серии? Славе.
сука, человеку 30 лет. Когда я его читаю, я в какую-то мини-депрессию, блядь, впадаю. Помоляли? 28. Да какая разница, блядь, 28, это сколько сантиметров, у меня столько или этому. Он нас умоляет его не трогать, ну ёбнуться. Тебя в обычках не было сегодня. Бы, наверное, выебал его там. Больше трэш, загрелись, пожалуйста. Загрели, трэш. Это Африка. Бля, как срезка выглядит, нашел. Видите, Симон снова был. Дайте рост. Есть там шаман? Дайте именно хп, пока не сдох. Мой на КД. Прямо дали, бля. Стол красава затащил. Славик там загрели, моба сзади. Он встал. А он встанет на место или будет ходить? Давайте его убьем, резайте пока всех. Стой, стой, не агри, пусть идет к нам. Так, даю тебе возложение рук, чтобы у тебя хоть что-то было с маной. Даю красную капельку, вот. С чем вы перед мордой стоите, господи? О, мне просто трясло лицо, и прибежали, их опять убило. Давайте, поднимайте пацанов, не агрите пока. Поднимайте всех, что-то по бафам сделаем. Что, Рома, твой рекорд по смертям побили? Я не знаю, какой у меня рекорд. Два рекорда, я один раз 4 раза на лане сдох, и один раз 4 раза на личе, короче. Это вот такими рекордами. Херзул просвещенный, вы тут? My love for you. Я просто выбежал с тела. Побежал так. Молодец. Херзул. Там не обижайтесь, если что, я играю редко, не всех по голосам узнаю. Он даже ралли не узнал. Меня я узнал. По тебе я скучал просто. Да, я по тебе тоже. Не, ну, у вас сексуальные отношения? Теперь можете подумать. Срали я хотя бы... Срали я хотя бы давно срал, ой, общался. Да мы просто смеемся. Знаете, как в школьном туалете сидите напротив друг друга. Ну и этот. Блять, да что такое? Не целуйтесь.
Ну и там нет перегородки, что, ни у кого не было таких школьных туалетов? Они у нас стоят как-то в ряд стояли, они друг напротив дружки, гомосяски какие-то. В ряд, они в ряд, вы боком сидите друг друга, но жопой можно соприкоснуться, если толстый человек будет рядом с тобой. Да не рвутся, не перегородки. Это у меня была лучшая школа в районе. Бедняжка. Поэтому ты за угол хотел срать, да? Я не срал в школе, да. За гаражей ходил. Кто срал в школе, ты ёбнутый просто. Лютый вообще тип, кто срал в школе. Это я не знаю, сумасшедший. В смысле, постоянно так делал, блядь? Да, приходилось. Ты, наверное, где-то в школу и приходил. Чтобы половину русского языка урока проебать. Ну да. А нельзя было просто стоять в туалете, нахуя ты срать садился? Или ты потом приходил, учительница жопу показывал, что не просто так проебал? Кто-нибудь срал? Тамара Ивановна, я пока окажусь. Как там у тебя фамилия? Ковалёв, убери говно! Кто-нибудь срал? Скажите, что вы, блядь, срёте исключительно дома. Я на работе срал иногда. Сру там, где мне хочется, блядь. А как же посрать на природе? Надо срать в гостях, спрятный балл свой, экономить и воду тоже. Электричество заодно. Ты поэтому безработный, Вань, ты везде экономишь? Если, Вань, ты что, не работаешь? Ну, пока нет. Ну, пока Вань работать, он самогон гонит, там половину страны снабжает. Помидорами. Димон, я же надеюсь, у тебя есть анхолик, или кто из вас кто? Что-то Джерем почему-то в талонке. Джерри, он трэш танчил. Один спек, значит, Войд, пожалуйста, спек. Да вы охуели, блядь. Ну, пацаны, давайте кто-то сделает спек. Можно идти на БДК тоже. Давайте, кто на БДК не может зайти, у того член 4 сантиметра. Дайте шкаф. Я зайду. Можете кинуть ролл, кто из вас пойдет делать спек? Я дам 50 голды на спек. Войд говорит один. Бля, ебать, то не заставишь потанчить, то, сука, 2 БДК. Вы охуели? Так у тебя же, по-моему, там ПВП спек. Нервы копится у ПВП. Да я удалил уже месяца 4 как. Почему вы сейчас это обсуждаете, когда мы к ребру подошли? Вы, сука, не могли. Ой, до этого определиться, кто в каком спеке пойдет? Так ФДК не нужен ФДК, 3 ШП. Не анхолик. Вы оба не хотите идти, что ли, анхоликом? Не, у меня спека нет, я удалил. Ну ты можешь его телепортироваться и сделать? Так шмота нет. Да ты охуел, есть у тебя шмот в банке. Ну и что, у нас все равно 2 блада остается. У Джерриона ПВП спек есть, я знаю. У Джерриона есть ПВП. Да хуй это ПВП, там две только что две ПВП. Короче, кидайте ролл, блять, и кто меньше кинет, тот портуется, делает спек. Кидай, Войд. Все, иди. Повезло по домашу в этом рейде. Я говорю, нету шмота у меня. Ну как его может не быть, блядь? Ты был первый по дамагу за анхолика когда-то, я помню. Да не было такого, ты чё? Я тоже, ты чё там? Да хватит прыгать, Войд, но ты честно проебал, иди сделай спек. Да нету у меня шмота, чтобы... Он хочет обнять спек, Рома, пить, бери повороте и погнали. Кто хотел там в РК, сказал, могу зайти на анхолик. Охуенно собрали рейд, спасибо вам, пацаны, блядь, два пидора. Кто? Я могу на анхолика зайти.
А чё, они пойдут в танка, что ли? Да хуй их знает. Рома, пиздуйте. Извини, пожалуйста, можно я опять на ФДК зайду? Зачем? Сука, это гнида меня... Ладно, не буду мутикаться. Он тебя наебал? Чувак, который осколки хотел забирать. Короче, он мне написал, он мне строчил полчаса в ПМ. Говорит, уступи, 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 уступи. Я говорю, сколько тебе? Ну, он написал 6 штук. Я говорю, тебе только шем добиться? Он говорит, да, сейчас захожу, у него половина шмота небисового и 10 осколков еще. Ну нахрен, блин, таким еще уступать. Это полметал, что? Ну да, еще, блин, рак такой, блядь, косячит постоянно, блин. Не, ну нахрен, блядь, добрый быть. Это вообще непонятно, зачем такое делать. Я говорил его Роме начать рейда заменить, потому что он сейчас нам оскорнение зовет там. Пиздежное желание вообще кикнуть с гильдии. А блин, про кого вы сейчас говорите? Фулметал. Что он, долбоеб? Он же почти фуловый. Ну он рад, почти пиздец, фуловый, но долбоеб же. Ну короче, рачит на каждом боссе, пиздец. Короче, правда. Давайте. Пацаны, Войд, заходи на какого-то ДД. Короче, Рома, я зайду на 3 минуты био, блядь. Заебали собирать. На сову заходи лучше, ретриков дохуя. КД у меня. Фулметала поменяй, просто убери его с рейда, я зайду ретриком. Откуда у тебя ретрик? Мы не пойдем с персом, которого ты вкачал позавчера. Да не позавчера, сука, 2 недели прошло, заебал. Ну, это значит, у него ни одного камня еще нет, нихуя нет. Есть, есть, есть камни. Нет, заходи, это нормально. В совой заходи, в фурик, там ШП заходи. С рогой. Ну, заходи рогой, Войд. Рогой, да, заходи рогой. Бля, просто как натурал придумали. Все лучше собралось, чем было. Вообще отлично, всем привет. Привет. Паренька, ты куда делся? Чему моему ДК нету места? Фул пока, но у нас был фул, просто у нас небольшая заминка. Ладно, я тогда в обычку пойду. Извини, Славик, конечно, ты просто подгорел немного с этого ретрика, блядь. Славик, ты заходишь рогой, правильно? Давай лучше ретриком. Да давай рогой, ретриком сходишь в свой рейд, который ты будешь собирать. Я на тебя пиздеть никто не будет. Ну, как бы тоже выгодная ситуация. Нужна рога сейчас. Почему вы, блядь... Давайте пронесем по-быстренькому, чтобы как топовые ребятки. И совершенно верно. И две РСки после этого. А где Варенька? Может быть, интернет из него не слышит? С нетом, наверное. Дживс, сможешь кто-нибудь поставить? Full Metal камень возвращения делает. Почему? Калифги. Full Metal, а ты в РК вообще? Почему они говорят, что ты тупой? Ты можешь им сказать, что это они тупые? Мне кажется, я не тупой. Ну все, меня все устраивает. Все, спасибо, братан. Давай, все, хорошо. Комп это пустяки. Лишь бы Войд сейчас был не тупой. Прям чувствую, как сейчас паладин в сети появляется его. Заходит на того паладина, у которого хилы, атан, КДД, говно шмот. Который 18к хп и 18к маны. Да-да-да. Подвески истинной крови там. А кто раздал каски из паладинов? А я сказал бафать тебе кулаки. Не слышал. Я, наверное, в кому. Сейчас бафать. Раздай, пожалуйста, им кулаки, чтобы мы фулметала не просили. Пусть он отдыхает, собирается силами к лечу. А я каски разбафаю. И друидам кулак. Магам тоже кулак дай, маги просят кулак, потому что... Сейчас дам. Дессер ДПС дает только в ближнем бою. Он не может магам дать ДПС на маги. А чё, Войд, не заходишь в твой? Я вас куда идти, Хантл? Ну, вон зашёл. Битчер. Войд Бутчер.
слова такие сложные. То ли у меня был ник там Zart of Love, допустим, охуенный же ник, охуенный. Тупой, блядь. Так, то, что нет вареньки, это ситуацию чуть-чуть портит. Да, без него потом зачем он зайдет? Будем надеяться, будем надеяться. Мне кажется, он к Эреске ближе зайдет. А кто такой Варенька? Это прист Варенька. Давайте бафы пороги быстрее. Кто последний баф, тот пидор. Напишите, пожалуйста, в РК, кто ролит на другой спек или получает ЕП на другого персонажа. Пожалуйста, напишите в РК. О, Варенька была 126 ПР. Не зря он офнулся. Я, наконец, шмотку какую-то заберу. Блядь. Повороте, кем ты там хотел пойти? Ебать, я понял, почему есть проблемы в этой гильдии с рейдами. Потому что люди какие-то пидоры. Ты написал, не что пидоры, ты пропустишь рейд? Неприводные. И ты стоишь, вот что ты стоишь, Full Metal? Ты ливаешь или не ливаешь? Мне искать замену? Ебать, дятел. Нового, да? Да, он натуре заднеприводный. Есть ДД какой-то в 25 гер у нас? Давай ретриком зайдут. Слышь, можно так сделать тогда, чтобы этот повороте пошел ШП, а я обратно на фала, чтобы было нормально с паладинами. С паладинами все нормально. А как у него ШП одет? У него же там только лог был и маг одет. Нормально. Не, ШП нормально, у него ШП. Дамажит, так, заходи. Слабо. Заходи на пала. Сейчас зайду. Все, последняя рокировка. Если сейчас кто-то отваливается, я тупо за вами шестерку по сразу. Пацаны уже с калашники зарядили, сидят, ждут возле подъезда, блядь. Трагбольные такие, да? Кто ролит со мной на 84 золота? Один человек. Давай. А, нет, блядь, кто один? Шанан, подходи ко мне. Я кинул ролл, давай, кидай. Чё? Давай. Всё, стриси и ролли. А чё вы хотите? Блядь, поехали. Хотел у тебя голды на ремонт попросить. Давай, обмен, кинуться. Вот, пати, дай. Да всё, не ищи. Зачем ты ищешь? Так Ваня по-любому не зайдет. Блин, это уже давно пора понять, что он. Если он офается, то все, он не зайдет. Я не настолько с вами часто играю. Ну вот, я тебя убеждаю, что он не зайдет. Только ближе к РСке. Наличие-то где пришли, что там нужен кто? Ну. Где будет? Хаббавар вагон. Бавар вагон, все что. Давай эти бафы ретрико, ты ничего не бафаешь смартку. Бафы присту быстрее. Поставьте рыбу, у кого есть. Горит 6.5, он все равно вагон. Да. Вот рыба, ребята, давайте чекнем. Бавар у него слабо одет, остальные там нормально. Шаман, хант нормальный. Чек на пул. Ешьте рыбу возле звездочки. Можно его хантом. Выпейте. Выпейте фласки, напишите, кто на кого ролит. Все, давайте начнем рейд, пару боссов убьем, потом Ваню поменяем на корабле. По моим данным, все готовы. На счет 3 Кеншон пулит, на пул и на Кеншона. 2 на пул, раз, два, три. Ау. Героизм. Охуеть, рост от КДшился. Рога, Эрдру умирают. Холипал получает урон от костереза.
Я налево побегу, Димон. Давай, прожмись, я побежал. Беги, малышка, беги! Шипы, мужики, шипы. Кто шипы бьет, у того сразу сиськи вырастают. Ну нахуй. Давайте лагим на хп. О, ебать, протопал на шипе, крестик справа. Умоляю, или Джерри, он умрет. Охуеть вы дали, ребятки. Протопал умирает на шипе, ревностный прок. Не успел. Петры не даем, бьем шипы. Умоляю, хил протопала. Танк умер. Давайте, пухнастик, БР, Джейми. Хотя ладно, не надо. Ты дотанчишь сам? Тебя не сваншотит? Я его сваншотит, ты видишь. Блять. Пухнастик, БР, Джейми. Эндриага, БР, Кеншина. Все, заебись. Мелики с хилашек снимут. Поставай. Да не добьют. Очень хуёвый ХПС. Вообще хуёвейший. Короче, паладин, ты еле-еле перехилил шамана, который сдох на первом вихре. Вообще еле-еле. Во-первых, ты не бьешь правосудием света. Во-вторых, ну не знаю дальше, что там во-вторых. Во-вторых, у тебя триник, как у пидора какого-то одет. Чем эти трини вообще? Это же не холипаловские трини, это, наверное, друг. Ну, нормальный холипал есть. Трини. Ой, трини. Штаны на мейн. Штаны на оф. Штаны без ГП. Первый знак собаки забирает весь ненужный шмот. Не сказал, в какой чат я в белый написал, видео есть. Я в белый не видел, вон со Слятинка выиграл. Да заебал, видео скинуть. Я впервые его. Слятинка в чат группы написал быстрее, чем ты белый. Кольцо на мейн. Так он не уточнял, в какой чат, так что давай. Кольцо на оф. Так что Слятинка все равно первее написал? Не, я первее написал, видео есть. Ну, в чат группу он написал быстрее. Так он, Рома, не говорил, в какой чат, он просто сказал, кто быстрее. Так давайте. Слятинка быстрее написал. Давайте какие-то васабик напиши, холипалу экспресс-консультацию, чтобы он хилил лучше. Фейл не знаю, сказали хороший ржу, наверное, из-за шмота. Ну, как бы стол, понятно, перехиливает. Паладин, дайте крест, каску там, по приставке. А ультрашаман лучше больше не умирай, пожалуйста. И все. На шипе я умер. Да я... Ну, я тоже умер на шипе, это охуеть просто было сейчас. Где хилы наши? Да я просто 100 лет не хилил, сейчас вспомню. Мунквин сдох самый первый, и по дамагу он 12. Блять, ну а с чем нам ЛМ?
На, возьми его, я на ласта зайду потом на этого. Ну, либо после ланы зайду на лока. Там 6,5 африк у меня. А ты умеешь им играть? Да. Ну, блин. Не знаю вообще. Надеюсь, пилы не забыл. Не-не, он не умеет. Пиздец, я 20к почти дал за этого, за этого лока. Скринок. Я не, у меня есть, кстати. Бля, нахуя двух загрит? Это так модно. Для чего мы потянем двух? Тянем. Да, пистолет. Ну давай тогда двух собак тоже сразу загрит. Нет, это не надо. Короче, давайте, я справа танчу. Все РДД справа бьют трэш. Два БДК слева. Все милики слева бьют трэш. На боссе сидит только рога все время. Все время бьем трэш все. Боссы переведем на пулы первые на Кенсиона, вторые на пулы на Гелда. Фулл баф по рейду. Смотрим за духами. Все, а, больше не знаю поесть. Тактики. Поставьте шкаф, лучше не поесть. Ты можешь ставить рогу? Нет, никогда в жизни не качал кулинарку. Локи, шкаф, умоляю. Ой, это ты можешь? Ты же повар, блядь. И чё, я на всех персах должен кулинарку качать? Да, это же твоя профессия. Я рыбу я могу поставить. А кто его поставит, присуни, я отсюда. А, я почему мы так умерли. Господин Смартку, поставь, пожалуйста, ауру ото льда, блядь, мы били без ауры льда. Была, была. Нахуя нам конь? А с чем сейчас конь опять включен? Ну, ауры коня, блядь. Спасибо, сейчас поставлю. Я боюсь, что ее не было, ты просто не прожал, потому что ничего не изменилось. Вот сейчас только... И то ты тьму включил, нахуя включи лед, блядь. Нахуя лед? Тьма леди бьет льдом, а тьмой она не бьет. Она бьет стрелой только по танку. Это вообще нам похуй, блядь, и мы сбиваем эти косты. А, ну она бьет, а у ель дом, но это все равно дрочь бессмысленная. Вообще тут не нужна тьма, тьму приста баф дает. Который, кстати, можно снять на этом боссе, чтобы вас могли присты зафирить. Давайте, сова, кот, контрольте вихрями миликов, пожалуйста. Эрдру, если ты на скеле, ты тоже можешь поконтролить. Чек на пул, не бейте босса до команды. Пухнастик. Все готовы? Начинаем. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Бля, если... Бьем все трэш. Все в трэш. А если он мученичество докастовал, то он переродится? Контроль. Контроль никчема. Сова, контроль никчема. Ебать, протопал разъябывает. Я не знал, что такой мощный. Пугал. Я сам охуел, если честно. Еще капельки не прожал. Давайте, все в трэш. Ты не в сил, противиться моей воле. Контроль Хаукера, пухнастика контроль. Контроль Вадим кота, умоляю. Водика. Джерин, лови босса, переводим. Давайте рост. Одного моба справа добейте. Давайте в трэш чуть-чуть свичнем. Этот рост. Да висит рост. Духов смотрим, духи идут.
духа, контролю сову. Пухнастик, БР фейла, если не без КД. КД 2 минуты. Очень, очень хуёво. Добейте мобу, моб меня бьёт уже 15 минут. Бля, что такое? Будут хилить сегодня или нет? Да на Джерри он даже на пол. Я в контроле. Просвещенного ловите в контроль. Пухнастик, как вы от КДшится БР, поднимай сову, Эдриагу, Эдриага, поднимай фейла. Давайте, трэш бейте. Пухов смотрим. На пулы после контроля на гелды. Бля, Пухнастик, ты гелды. Вечно кинь. 5 секунд кубы. БР Эндриагу. Эндриага, вставай, поднимай фейла, Эрдру. Фейл, поднимайся. Молодец. Ману столбу залейте. Тут троллям осталось. Протопал умер, трэш фирте. Фирте трэш. Бля, второго босса на волоске, что за хуйня? Ну на первом как-то вайпались. Сдохли, попал хилить начал, аж похвалить захотелось. Да я вспомнил, как хилить просто. Но ты все равно не бьешь правосудием света, 100 тысяч всего на хильну. Может кто-то другой бьет? Он тебя Не, никто не бьет. И он его не обновляет просто. Поднимайте всех, пожалуйста. Шейля на мейн. Весь шмот, который никому не нужен, заберите у сослятинки. Серьезно, на мейн будешь забирать? Там же надо СРС шея. Голова на мейн. Голова на офф. На мейн. Мейн это кто? Трейден. А ты писал в РК, что ты на танк? Да. А как поделить 778? Это 350 и 35. Это 380. Я почти сам поделил, видишь? Это бедный ни к чему. Да, долго буду стоять с лоу хп. Столб, столб взлетел сейчас. Ну, так-то хилов здесь нет. Да вы хилам отпиться не дали, поперли как бараны, блин. Не ругайтесь, не ругайтесь. Мужики, мужики! Хорош! Гимн на ману можно. Можно там, можно, а кто-нибудь прочитал? Есть анекдот у кого-нибудь интересный? Расскажите анекдот, только смешной, чтобы. Едет, короче, принц в говне. Принц в говне?
Я требую продолжения, охуенное начало. Рассказывай, рассказывай. Давай, я не слышал, рассказывай. Все смеются, значит охуенный анекдот. Где школа? Ну короче, и принц в говне. Подожди, который тоже вся в говне. Конь весь в говне у него измазан. И через поля, которые все в говне. Ой, висит. Вот. Приезжает, конечно, к замку, который весь в говне. Сейчас слева трэш бьем, вот этот, бьем трэш. К замку, который весь в говне, и ворота все в говне. Въезжает он, короче, в холл, который весь в говне. Его встречает дворецкий, который весь в говне. Принц слезает с коня, который в говне, и спрашивает у дворецкого: а где у вас тут посрать можно? Ясно, блядь. Спасибо. Как тебя на ФВРК отключить, чтоб я больше эту хуйню не слышал? Есть топовый анекдот. Замутайте меня, пожалуйста. Короче, ебутся два пидораса. А где смех? Все? Я просто знаю продолжение этого анекдота. Мы привыкли, ёпта, Рома там с кем-нибудь вечно. Короче, у того, кто снизу, рубашка, это, шея постоянно дергается, в общем, вперед, да, назад, вперед, назад. Да, там же надо, нахуй ты рассказываешь. Ну, первый такой, чё, говорит, такое, чё, говорит, у тебя голова-то дергается? Да, говорит, не парься, рубашку в жопу засосала. Ясно, там надо показывать тогда смешно, так как ты рассказывал. Дайте хилы, отпейтесь, давайте ребаф. Если можно, поставьте мамонт, ингредиенты куплю. Сейчас босса запустим, расскажу свой. Я могу пообкашать немножко? Харзол. Не стоит. Не надо. Короче, пожалуйста. Парится, короче, генерал с лейтенантом в бане. Вот. Все, ебут шлюха, короче, все нормально. Вот, и, короче, лейтенант по стойке смирно ебет жопу ее. Долбит, а она сосет генерала. Вот, и так. Лейтенант говорит такой, устал уже сильно очень, вспотел, все, не может больше. Говорит генерал: генерал, давай поменяемся, я устал, пиздец. Он говорит: похуй, меняйтесь. Ладно, это нормально. Фротон, ты тут, Мунквин? Хаукер. Запустил бас. Пушка правая, свободно. В правую пушку, пожалуйста, дорогие друзья. Самая правая пушка, человечка мне туда. Давай Холли Паун зайду. Не стоит. Давайте какой-нибудь ДД заходите. Сука, вот это нормальный. Ну как нормальный, но он... Ну неплохой, да, лучше, чем предыдущий. А этот анекдот не слышали про немца, американца, русского и инопланетянина? Давай таких попробуем. Таких штук 500. Это было, что ли, уже, по-моему? Я не слышал, рассказывай. Ну, короче, тут бах, и инопланетяне похищают немца, русского, американца. И мы в клетке посадили, говорят: каждому выдаем по два шара. Через час придем, вы должны нас удивить, короче. Если не удивляете, вот мы вас на опыты пускаем. Тот, кто удивит, на землю обратно, короче. Ну, час проходит, приходят такие, заходят к американцу. Он там, ебать, короче, им как футбол, что ли, гоняет. Типа они такие: блядь, заебись, да, ладно. Заходит дальше к немцу, немцы там жонглируют, блядь, по-всякому. Они такие: блядь, невъебически, короче. Ну, ладно. Короче, подошли к русскому. Такие, ладно, возвращаются к американцу с немцем, говорят: ну все, короче, пойдемте, ребят, на опыт. Они такие: блядь, да как так, ебать? Че, русский такого сделал? Ну как, блядь? А они, короче, их посадили в комнаты, ну, в обычные комнаты, герметичные все. А они, инопланетяне, говорят: бля, мужики, ну короче, один шар он нахуй сломал, второй проебал. Не, на мой вкус не очень. Все слышали просто его. Ну, извините, но я... Можно смеяться? Да. Блин, опять хочется рассказать про клоунов анекдот, но вы его тоже все слышали, поэтому... Давайте я тоже про пидорасов просто вспомнил. Про рубашку рассказываю анекдот, вот, ну, похожий просто. Они в паре идут, мне друг их в паре рассказывал, но он гей просто, у меня все друзья гей. Вы мои друзья, кстати. Короче, встречаются два пидора. Один другого спрашивает: ты кем хочешь стать? Тот говорит: я хочу быть
машиной скорой помощи. Представляешь, тебе целого мужика в жопу засовывают, а ты едешь по городу такой и кричишь: «Увиу, увиу, увиу!» Ну, неплохо, такие похлопали. А он спрашивает: «А ты кем хочешь стать?» Он говорит: «А я хочу стать футболистом». Представляешь, полный стадион людей, все хлопают, чего-то ждут, тебе дают пас. Ты бежишь с мячом, обводишь одного, второго, третьего, пустые ворота, удар, мимо. И все кричат тебе: «Пидорас! Пидорас!» А я так люблю славу. Все, пацан, спасибо. Едва всего было, про третьего нет там продолжения. И, короче, слушай, отец года называется анекдот. Короче, жена говорит мужу, говорит: «Я отправила ребенка за макаронами в магазин», говорит, «уже третий час его нету». И муж отвечает: «Так это...» Не, жена спрашивает мужа так, говорит: «Что мне делать, типа?» А муж говорит: «Откуда я знаю? Свари пельмени». Я прослушал, зачем она его отправила в магазин? За макаронами, да. Я понял. Ну, девочка смеется, значит, хороший анекдот. Есть веселый. Вот, до этого все просто грустные были. Давай, веселый. Короче, царь зверей собрал зверей, указывает такой на скалу. Вот, говорит, кто, говорит, со скалы прыгнет, не разобьется, короче, тот, говорит, мою львицу поимеет. Ну, окей, все согласились, там что-то стоят на горе, что-то лапами переминаются, ссутся. Куяк заяц, короче, прыгает нахуй, упал, короче, разбился. Но там хуяк волк такой прыгает, тоже упал, разбился. Хуяк, блин, такой крик, мат, короче, медведь падает со скалы, бряк, нахуй, не разбился. Ну, царь зверей к нему подходит: «Ну, блядь, типа, молодец, все, иди, типа, можешь трахнуть певицу». «Да нет, — говорит, — я, говорит, сперва сейчас трахну того, кто меня, сука, столкнул». Слишком предсказуемый. Дайте маму-то, пожалуйста. Что там, Паукер, ты тут? Каску подойдет. Там были все здесь. Перчатки тканевые, голова тканевая бесполезная, и кованый топор был, но его уже, блядь, раздизил суслятинка. А что за голова? Дайте мамонта. Да-да, там Крит Хаст. А, он не раздизил еще. Там покажи, Крит Хаст. Ой, блядь, Крит Дух, да это говно там, а не голова, его никто не носит, это пидорский голова. Мне нравятся такие головы, дай мне. Кулак, блядь. Хорош, пиздеть, дайте мамонта, не могу брегов купить уже 4 босса. Такой натурал, и друзья все геи. Это как такое возможно? Блять, ты на мамонте был одну секунду, ты можешь на мамонте посидеть? Да, я даже не долистал до своих ингредиентов. Секунду. У кого там голова, не пылите ее. Я забил. Голова у Шанана, да хватит отходить, пухнастик. Блять. Бля, идите нахуй, короче, без сказки будем. Пухнастик Фиа? Что Фиа? Фамилия, имя, отчество. Хуя? Что хуя? Харитонова Ульяна Яковлевна. Давайте, наберите рейндж. Пожалуйста, бейте трэш, чтобы мы не вайпнулись. ШП в вампирик вешают, сова, звездопад. Два элема у нас, маги могут в трэш влиться, это заебись будет. Но анхолики, фурики, реприки, молчу, это 100% надо бить трэш. Локи тоже, если натуралы, бьем трэш. Хан трога не знаю, но если хотите, чтобы у вас член рос, тоже бейте. Когда босс дойдет, рост. Давайте рост. Итак, готовимся бить трэш. Одна секунда. Охуенно. О. И что нам лучше делать, в одного танка бить или Джерри он будешь забирать? Крайне резко. Давай, Фейл, поднимай смартку.
Спасибо. Агро. А у меня там метка, Диман, не будешь забирать? Добиваем сурка, 3 стака. Он 4 стак раскола. Это много или мало? Мало. А раскола в смысле варовского? Угу. Ману хули пава. Давай, Атриса, гимн на хп. Забери метку, чтобы на тебя повесил. Забери, забери, босс. Хорош. Командная работа. А можно урон строишь? Да, васап там 25 бы дал, наверное. Да, я не зря сходил. Все, спасибо за рейтинг, пацаны. Давайте КД скинем на одну на. Плащ на мейн. Плащ на офф. Как подобает. В награде. Без ГП. Рядом с матерью. Вот, хорошенько, идите плюс. Токен защитника. Вот эти защитники, ебать, как они заебали, сука, вчера тоже только не падали, блядь. С... Обычки, защитник, завоеватель. Нужен кому-то? Обычка, защитник, завоеватель. Пойду покурить. Давайте, бьем трэш. К чему? К чумке пошлите, да? Опять да, как-то да, тяжко, блять. Третьего босса еле убили, нахуй. Да, хаба действительно заебись на дамажу. Шанан, блядь, 14 дал. Мейн и Лема, хаба 17. Дай его потрэш. У меня 300 к почти. Открыл портал, портуйтесь. Сейчас я зайду. Стойте, здесь сейчас я приведу Вальку одну. Смотрите, каких красивых она мужиков призывает. Не, меня, в смысле, что мне, не в смысле, что мне мужики нравятся, просто красивый ник. О, все, уже некрасивых, кого попало начало. Чуть-чуть глубже заходите. Пет Локовский сейчас загрет вторую. Давайте, добивайте мобов, я вторую веду. Пошлите, короче, в центр, что хуй там стоит. Сука, она улетает от нас. Ребята! Ребята, догоним ее. Кстати, плюсаните все, кто смеялись над моим анекдотом. Я вам ЕП дополнительное начислю. Сука, корыстные какие. Саба, ты тут? Угу. Ты можешь спекнуться в танк, я пописить схожу. Пока там чуть-чуть на мобах.
А мы куда сейчас идем, на кровь? Не, на черку пошлите. Бля, у меня на кровати три кошки лежит, что делать? Я без наушников. Мяукай. Спекнуться в кота. Ну или чувствует себя одинокой 30-летней девушкой. Так, я тут. У меня 8 стаков, у вас 2 танка, кто-то заберите. Написано, что сейчас в онлайн 4625 игроков. Насколько это правда? Слышно. А ты как думаешь, Ром? Я думаю, правда, в чат идет сейчас. Я думаю, правда, на процентов 30. А что, мы ловушки рога обезвредят или мы их бьем? Это я справа запустил, слева. Будет, когда ульта десятка будет. Завтра, сейчас. У
Забери, умоляю. Боже. Вставай, ленивый. Спасибо. Халкер, резните, красавцы. Давайте, на ренже у нас Хант. 2 ФП. 2 Лока. Сова. И 2 Элема. Это 8, протопал 9, и маги все страхуют. Ханта забафайте, пожалуйста. Кулак, ас, кулак. Не знаю, регов не купил, осталось 19 регов, короче. Потом касок не будет. Давай, не жил. Можно, конечно, назначить. Каску, интеллект, пристабав. Красава. Должен будешь. Каску. 300 баф. 300 баф. Так как 300 баф. Мне тоже нужно 300 баф. Фотон, дай 300 баф. Давайте еще раз. 2 ШП, 2 Элема, 2 Лока, Хант, Сова. Это рейндж. Остальные под босса. Два ханта, один хант. У меня был второй. Ладно. Да, мне ожидали просвещенные, спасибо. Все готовы? Начинаем. Блять. Только захиливайте, пожалуйста, и этот, блять. Правосудием света, бей паладин. Но на этом боссе вообще паладин всегда первый по хилу. Меня за стеной оставили. Отвлекся. Ёб твою мать. Ну хиль все равно. Хиль, ты ж можешь хилить. Попробуй, кастани в меня что-то. Можешь кастануть? Не, цель не поле зрения. А вот так. Не, он за стенкой должен достанет. Ни хрена. Прожми бабл. Ну, хоть рыбу наемся. Да я заебался уже второй раз, блин. Демон, отойди ближе к луже. Мак Суслякинка на рейндж. Да, вообще почти без смертей, красавцы. В три хила, молодцы. Вот сейчас молодцы, вообще хилы. Просто боги. Гниломорт сдох.
Просто напрягаться пришлось, так как меня не было. Он оставил море слизи, перчатки на мейн. Ого, да я поэт. Потрясающе. Так, Влад не было холипал, он стоял за стенкой. Кольцо за 10% надо, паладины, кому-то? А без ГП? А какие био 2 мин? Босс уже начинается. Потом попиздите после профа. А если пиздец совсем хочет, то что делать? В штаны нахуй. Хорош. Как солдаты в памперсах. Вредите. В окно можно еще. Со временем в туалет и ходить. В бутылочку. Я когда-то на синдре стоял в склепе. Очко давило, пиздец. Я пошел, сел на унитаз, короче, и синдру на унитазе добивал. Бафер, отдайте паладин. Одну спору к звездочке. Это жаренил так, блядь. Одну спору к звездочку, одну кромбику и приста баф на шанана. И лапу. Можно точечно дать. Каску дайте паладину. Кому? Рейден. Начинай, Димон. Одну спору к звездочку, одну кромбику. Если на двух миликах будет, я скажу, кому выбежать. Харзул, иди там к метке, к ромбику. Хорош. Мень в ромбик. Лучше прям туда лететь. По-моему, на себя будет. Я не знаю, тебя там, наверное, хилы не достанут. А насколько мне известно, маг не хилится сам в бою. Забираю босса, хилим Джейми. Кто-то из РДД в милизону. Осторожный, не
гниломор. Молодец, что оставил столько газа. Шаманы, нужен кому-то пояс без ГП? Сдайте квест один человек, сходите. Давай я сдам. Ну, на ком два бафа есть? Охраните на мне.